Одессу сегодня в обед накрыл сильный, но кратковременный ливень. Гроза с градом началась на поселке Котовского, позже погода ухудшилась и в центре города. Традиционно на Балковской успела образоваться река. Потопила Приморскую улицу в районе Таможенной площади. Местами бурные потоки воды затрудняли проезд на Французском бульваре и в районе Переспи. Море по колено. Ему же все равно, действительно же, терять нечего. Дождь повлиял на работу электротранспорта. На Калантарское дерево упало прямо на проезжую часть. Из-за этого перестал ходить 5-й трамвай. Кроме того, потопление на Балковской улице и Хажибейской дороге заблокировали работу трамвайных маршрутов номер 15, 20 и 22. Ветром повалило дерево на улице Еврейская. Большая ветка упала на припаркованный Volkswagen. Но это были не все капризы природы. В Саратском районе образовался смерч. Такое погодное явление произошло в районе села Кулевча. К счастью, вихрь оказался безобидным, ни пострадавших, ни разрушений.